Всем хай, ребятки, с вами, как всегда, Эндрю. И в этом видео я хотел бы сделать обзорчик на одну такую интересную программу. Она называется Orbot. Она есть в маркете, и поэтому ее можно скачать без всяких танцев с бубном. Вот, конкретная программа Orbot Proxy в комплекте Store. Она позволяет вам заходить на сайты, которые закрыты в вашей стране. Ну то есть как? Надо зайти в настройки, выбрать, если вам удобно, русский язык. Вот, поставим русский язык. Запросить рут-доступ, прозрачный прокси, направлять все через Тор должно быть включено. Ну, все остальное я пока еще не знаю для чего. Не особо важно. Также можно VPN режим включить. Но это не обязательно. Итак, нажимаем кнопку запустить. И ждем. Запускается он быстро, вот уже запустился. Все. Теперь можно проверить, работает ли он или нет. В браузере, в любом. Вот прозрачная проксификация включена. Как? В браузере с конфигет use store. Ну вот, значит, все работает. По идее, вот этот IP-адрес, который выделен черным, должен иногда меняться. Это означает, что все хорошо работает, и можно заходить на любые сайты. Правда, здесь есть один баг такой. В приватной вкладке в Opera почему-то иногда заходить не получается. Надо попробовать. Ну, сейчас зашло, повезло. А иногда бывает, что нельзя зайти. Можно тогда поэкспериментировать и поставить VPN режим. Так. Он получше будет работать. Можно сейчас второй раз проверить. Ну как? Еще, если вы включили VPN или... вот, кстати, этот баг. Да, он может быть не только в приватном режиме. Непонятно, почему он выскакивает. Еще может быть такое сообщение ВКонтакте, чтобы вы подтвердили свой телефонный номер. Ну, то есть, типа, вы находитесь, ну, там, не знаю, в другой стране. Ну, вы просто подтверждаете все и пользуетесь ключом. И лучше, я думаю, вот этот VPN не использовать. С ним, видимо, хуже Google работает. Но прозрачная проксификация, короче, помогает вам заходить на разные сайты и закрыть. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем пока-пока. I'm not a bad man.